Ребята, перед просмотром данного ролика у меня есть для вас несколько подарков. Чтобы узнать, что вас ждет в новом году, вам нужно поставить лайк и посмотреть на последнюю цифру. И да, напиши, пожалуйста, в комментариях, что тебе выпало, и тогда ты точно получишь это на Новый год. Ну а вам я желаю приятного просмотра и погнали! Хей, всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер! И добро пожаловать в новое видео со мной сегодня, мой друг Скрэч, поздоровайся! Всем здорово, ребят! И, Скрипер, ты знаешь, что нас будет ждать в этом видео? Ну, конечно же, дружище, сегодня мы с тобой отправимся в мир Майнкрафта. Для чего? Правильно, для того, чтобы найти магию, способы ее получения, ну и так далее, короче. Смотри, первым делом нам нужно с тобой сделать книгу заклинаний, а для этого нам нужна книжечка. Офигеть. И магический шар. Ты понимаешь? Ну хорошо, без проблем, я только за. Только где нам все это найти, я, если честно, понятия не имею. Смотри, в данжах, может, каких-то. Я предлагаю тебе сначала добыть немножечко деревца для того, чтобы сделать меч, и добыть немножечко коровки и лошадок для того, чтобы получить кожу. А, то есть нам нужна с тобой кожа, окей, так я могу руками ее пинать, тут свинин, ой, как-то, короче, телятина, теленятина, я не знаю, да, ну, в общем, я ее убиваю, да, да, пинай, супер, пинай. Я пока что забираю тут всю эту тему, и чё, а, кстати, вот я не знаю, вот с лошадей падает кожа или нет? С лошадей, ну, вроде как, не знаю, давай проверим, ну-ка, давай, отпинай ее, блин, да, так жалко, да, такая классная лошадь. Оно смотри, супер. Также нам нужен тростник. На самом тростник. Деле, для такого дела не жалко и лошадь убить. Короче, нам нужен тростничок. Хорошо, ты пока добывай, я буду здесь разбираться с этими вот коровами, потому что они меня всегда вот больше всего раздражали в Майнкрафте коровы. Они так быстро бегают, и ты никак не можешь за ней угнаться. А жрать-то хочется. Да. Так, ну смотри, я уже добыл тростничка, и это значит, что мы с тобой сможем сделать книжечки, и у тебя и у меня будет книжечка. Бро, так, смотри. Братишечка. Я тут что-то такое нашел интересное. Это ты знаешь, что это? Да, это нам нужно для того, чтобы сделать книжечку. Это кристальный цветочек. Вот. То есть ты у нас сегодня будешь типа шамана, да, там всякие микстурки смешивать, цветы собираешь, ну, такое, да? Типа того, смотри, ты помнишь, как крафтится книга? Там, по-моему, три бумаги и одна кожа. Да! Я не знаю, ну вот теперь держи еще кожу немножечко. Я не знаю, честно. Ну, как-то так, по-моему. Да, и смотри, братишка, нам с тобой даже не нужно второй цветочек искать. Я сейчас создаю две книги волшебника. Держи, бро. Вау! Так мы сейчас в Хогвартс, что ли, поедем? Смотри, эта книга здесь, но она нам нужна для того, чтобы узнавать всякие крафты. И первым делом нам нужно с тобой создать волшебную палочку. Она нам нужна для того, чтобы делать магию. Нам нужно пойти в косой переулок. Смотри, нам нужен кусочек золота, слушай. И, кстати, я тебе это не да. сказал, но перед началом съемки я заприметил тут пирамидку. Вон она, посмотри, побежали к ней. Где, погоди. Пустынная пирамидка. Только, блин, подожди, там какой-то шаманский домик. Вау, это что-то необычное. Вау, погоди-ка. По-моему, что-то поменялось в Майнкрафте. Вот тебе не кажется, как-то все очень странно и необычно. Там вдалеке какие-то дома интересные такие. Где прям... дома интересные? А, я это... не знаю, вот, глянь. Надо туда обязательно сходить. Да, а мы пока туда что давай с тобой отправимся, может быть, да, ты пока что копаешься, я быстренько залутаю храм. А подожди, а как ты там, ты же потом не выберешься. Ну что ж, братишка, я добыл уже нам много досочек. Стой, подожди. Иди сюда, помоги мне, я там что-то прокопаться не могу. Вот сам без сантехника ничего не могу сделать. Вот реально. Кстати, мне сейчас будет нужна твоя помощь. У тебя есть немножко покушать? Я что-то кушать очень хочу. Вообще без проблем. 5 штучек, у меня мясо. Вау. Бери, жарь, готовь, что хочешь. Потому что я там, пока ты готовил все это дело, я убивал коров. Да, ну, тоже верно. Ну окей, погнали с тобой в пирамиду. Я даже не представляю, что нас с тобой там ждет. Аккуратнее. Давай, короче, раскапывай это все здесь. На, в первую очередь нужно золото. Помни об этом, дружище. Да, я надеюсь, что оно тут будет. Братишка, прыгай. Здорово, братишка. Короче, значит, смотри, мы с тобой что тут находим? Ух ты, вау, тут куча ниток, золото как раз. Тут еще какой-то новый том книги, плюс еще здесь дешманская книга обычная, так, кристаллы всякие. Вау, у меня куча достижений сразу прилетело. Нормально. Стой, дымовая бомба тут какая-то, прикинь. Еще Слушай, одна. Смотри, нам повезло. Держи одну дымовую бомбу. Давай ее, кстати, испытаем сейчас. Спасибо. Ну, прям сейчас, да, прям здесь. Да зачем? Выпустите меня! Ты видишь что-нибудь? Нет, мне на глаза какая-то фигня наложилась, я ничего не вижу. Давай создавать сначала палочки, чтобы мы в домик заклинателя пришли с тобой с палочками. Попробуем. Я делаю кусочки золота. Я создаю палочки. И два кристалла. Два волшебных жезла готово.
Держи. Вау, 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 чувак. Экспеллярмус, остолбеней, абадакедавра. А чё, ничего не работает? Ну смотри, алло. У этого жезла нет маны, и нам с тобой нужна мана. Слушай, смотри, я сейчас погуглил, почитал, и для того, чтобы нам наполнить этот жезл маной, нам с тобой нужно стекло. Для того, чтобы сделать бутылек с маной, как бы это странно не звучало. Вау, круто. И тогда мы станем настоящими волшебниками? Да, чувак, мы станем больше, супер, чем волшебниками. Так, пойдем, пойдем скорее. Короче, там какая-то башенка, понятия не имею, что там нас ждет. Какой-то данж. Небольшой данжик, похож на дом супер-ведьмы какой-то. Ну да. Здравствуйте. Опа. А тут, короче, Гендальф. О, это торговец. Смотри, мы можем ему поменять книгу заклинаний, которую мы сделали на... Вау. Интересно, это интересно. Круто. Кстати, глянь, у него стол есть, короче, какой-то. Ух ты, необычный. А дай я туда жезл. Нужно... О, я положил туда свой жезл. Офигеть, чувак! А он что, заряжается? Это типа как Bluetooth там? Bluetooth? Подожди, да? Я зарядил на стол. О, кстати, да. Он заряжается. Да, я немножко зарядил, только у нас жезл, как ты понимаешь, ничего еще не может, да? Кстати, я предлагаю тебе не быть глупыми такими мальчиками и стыбзить у этого волшебника стол, потому что он нам с тобой по-любому понадобится. Он нам в любом случае, я же тебе говорю, стол какой-то необычный, интерес. А книги зачем? Книги! Книги. Я предлагаю тебе сбегать куда-нибудь, добыть цветочков. Добыть цветочков магических. Хорошо. Они нам нужны для кристаллов, правильно? Да, они нам нужны для кристаллов. И после того, как у нас появятся эти кристаллы, мы с тобой сделаем первое заклинание. Прикинь? Блин, чувак, но эти кристаллы спавнятся крайне редко. Вот в чем проблема. Нам придется, мне кажется, обижать... Я уже нашел кучу штук. В смысле редко? Давай, собирай. Это мой. Иди. Да что ты такой быстрый? Погоди. Что у тебя там АИМ стоит какой-то? Ну, так. Все, 10 штучек. 10 штучек нам с тобой хватит, как думаешь? Да, все, иди сюда. Смотри, давай наша база будет вот здесь. Прям здесь. Отличное место, мне кажется. Так. Вау, ну это прям какая-то хиромантия, если честно. Да, это смотри. Что-то интересное. Ой, да. Я чуть не потерял свой жезл. Давай я создам сейчас тебе и мне несколько заклинаний. Вот, магическая ракета. Воу, интересно. Выстреливает магический заряд в том направлении, в котором вы указали. Теперь, смотри, нам нужно положить жезл. А, ты сюда свой положил. Так, ложу жезл. И рядом, я так понимаю, книжечку, да? И куда-нибудь положи еще кристальчик. Пам? Да, и нажимай готово. Не знаю, дай я попробую. Не клади ничего. Так, я кладу сюда, получается, книгу заклинаний. А почему у меня твой волшебный жезл? Так, держи. Так, я кладу сюда, получается, вот это. И нажимаю кнопочку. Вот, чувак, у меня получилось. Вау! Эй, ты что делаешь? Тебе больно? Братишка, это прям неприятно. У меня 3 хп, 2, да ты дурак! Попробуй овцу. Чувак, это что-то прям интересно. Тихо. Это что-то прям интересное и новое, блин. Да, чувак. Вау. Смотри, Скрипер, мы уже с тобой нашли какую-то какую-то непонятную шнягу. И я понял, что другие заклинания мы можем... Что это? Убивай ее. Я не знаю. Это из Майнкрафта. Это из Майнкрафта новых таких чуваков добавили. Убивай их, глуши. Так, убил. Ну, вроде ничего так, не выпало. Можешь сломать? У тебя есть... Да. Так, это какая-то рунстоун, из которой... А, ничего нельзя делать, она, видимо... Ломай спавнер, чувак! А, спавнер! О, там сундук! Да! Подожди. Так, что тут? Книга, улучшение, хранилище, заклинание жезла, магические кристаллы, огненная бомба. Так, ну кристальчики я сразу забираю. Да. Улучшение хранилища. А, это то есть можно увеличить количество этих, понял? Количество заклинаний в жезле. Кстати, я там вижу еще один точно такой же. Еще тут выпала очень интересная бомбочка. Я так понимаю, морозная, но я ее приберегу. Самый необходимый случай. А мне огненная выпала, и я ее тоже приберегу, потому что, блин, на самом короче, деле... Короче, песня льда и пламени у нас тут, да, происходит. Да, быть волшебником, вау, очень круто. Это шо? Короче, у нас постоянно с тобой, я так понимаю, будут время от времени спавниться всякие новые магические данжи. Да. И что-то... Здесь зомби. Да, ну давай, ты пока... Ну, обыкновенный зомби, на самом деле. Пока отстреливайся от него, а я буду ломать спавнер. И да, ребят, давайте так, если это видео наберет 15 тысяч лайков... Вау, подожди. Откуда они тут взялись? Гля. Если это видео наберет 15 тысяч лайков, то мы сделаем летсплей по этой теме. Я надеюсь, она вам очень понравится. Там была какая-нибудь книга заклинаний? Мне кажется, ребята, будет очень круто. Конечно, смотри, тут выпала вот такая вот книжечка. Она, я так понимаю, для улучшения необходима. Да, кстати! Ребят, что? Подожди, у меня какая-то книга заклинаний новая появилась с неизвестным элементом. Ну, давай попробуем зачарить наш жезл и посмотрим, что там будет. Так, на второй слот. А ну-ка, мне интересно даже... Оп! Вау, это какой-то неизвестный, понял?
Что это? Подожди. Подожди, давай проверим. А, это добыча блоков, смотри. О, прикольно, теперь у тебя мультиинструмент, знаешь, да. Типа. И можешь и убивать, короче, и стрелять, и вот, копать. Держи, нормально, держи, нормально. Зачаровывай себе книжечку. Блин, чувак, это очень крутой мод, мне он очень нравится, мне очень нравится быть магом. Это реально очень круто. Ребят, я надеюсь, вам тоже очень нравится. Ну, что ты там? Пойдем быстрее, там еще один этот, данжик такой. Блин, это очень круто, чувак. Он похож на какой-то адский, знаешь. Типа... Смотри, скелеты-иссушители. Где? Ой, ё-моё, я боюсь-то подходить, у меня хп мало, ты меня так намотал сейчас. Подожди, надо быстрее спавнер. Фух, так, новая книга, подожди, это ядовитая бомба, какие-то кристаллы, вообще непонятно что. Интересно, интересно. Так, пока что это всё подобываю, да? Да, держи, я тебе одну огненную бомбу дал. Так, смотри, это очень интересно. Кстати, мы с тобой столик, походу, прокакали. Мы его, видимо, там забыли. Мы с тобой профессиональные майнкрафтеры, и мы ничего с тобой не забываем. Слушай, смотри, вот у меня есть какая-то книга заклинаний, но я даже не знаю, что это. Я сейчас кладу сюда книгу, и еще я фолиант арканы сюда положу и магический кристалл. Так. И заряжаешь себе... Ну, нормально. Кстати, можно мне тоже эту штучку подзарядить? Это у меня всем просило. Да-да-да. А у тебя есть хоть немножко магических кристаллов или нету? Ну, нет. Мне только бомбочки. А ну, а попробуй вот этот положить. Может, он много зарядки сделает? Пам-пам-пам. Так, закидываю этот кристальчик. Угу. Ну-ка, да, не знаю, ничего. А, ну неплохо. Фигня, фигня, фигня. Ну, пускай, уже лучше, чем ничего, реально. Так, окей. Давай сейчас проверим мое новое заклинание. А! Что? Чё? У меня просто все выкинулось из инвентаря. Ты понимаешь? Вокруг тебя, знаешь, такие частички, ты такой типа, что происходит? И половина, об кактусы поломалась. Подожди, а что это такое реально за фигня? Я не знаю, что это за заклинание, но у меня немного пипец какой-то произошел. На, можешь себе тоже зачаровать, так я так и не понял, что это. Ну давай, попробуем. А ну да я еще раз попробую, только от кактусов надо отойти. Так, бам. И что? Оно просто, выкидывает все мои вещи, понимаешь? Я не понимаю. Так. Какое-то плохое заклинание на самом деле. Это у тебя вот это заклинание так подействовало? Погоди. А я хз, я что-то сейчас заюзал, барьеры. Блин, типа, понял, чувак. Я могу строить такие стены невидимые. Это кто? Это откуда пришли? А какие-то говнюки мы находили, сейчас мы их возьмем вот так вот. Магическими ракетами, да? Да-да-да. Блин, на самом деле это реально очень круто. А если, знаешь, закончилась зарядка, то можно и просто жезлом по шапке вот так вот пинать. Да, смотри, я предлагаю тебе сейчас сделать на верстаке магический шелк. Понимаешь? А что, мы можем себе и костюмы магические, да, крафтить, только типа в халатах там ходить такие, да? Да, да, только да, я посмотрю, как он делается, потому что, блин, ага, вот нашел. Магический шелк, нитки 4 и кристальчик, ага. Ну, мне хватит только на ботиночки себе, прости, конечно, но я... О, смотри, смотри! И чё, и чё? На, кстати, неплохо, да, мне тоже нравится. Просто посмотри. Какие у тебя офигенные Гуччи тапки, я заценил, мне понравилось. Посмотри, ты видишь вон ту вот штучку, где сундучок такой в розовой обводке? Нам нужно туда, и мы будем сражаться со злыми магами, но нам нужно сначала перекусить и близко не подходить. И мне надо палочку подзарядить, то он у меня вообще разряд. Да, держи тебе алтарь, подзаряжай свою палочку. И... А есть кристаллы? Кристаллы? Немножечко креста. Ну, мало осталось. Ну ладно, держи, в принципе, ладно, мне не спасибо. Жалко. Найдем с тобой еще, если что. Я сейчас добуду немножечко еды. И просто, понимаешь, сейчас мы отправимся к этим магам, и они очень сильные. И прикол в том, что, скорее всего, они создадут какой-то барьер, и мы просто с тобой не сможем от них уйти. Ну, мы сейчас с тобой как раз-таки это проверим. Ребят, прикиньте, битва магов с магами. Это будет круче, чем финальная серия Гарри Поттера, мне так кажется. Слушай, ты не потерял наш алтарь случайно? Где он? Не-не-не, вот он здесь стоит, короче. Ты его собери как-нибудь, подбери очень аккуратно, да? Все-таки он нам еще пригодится. Да, и смотри. А мы тем временем выходим вот к этой стороне. Стой, стой, нет, не подходи. Я... А что там, какая-то матрица? Я стой, пошел, иди я сюда, нет, подожди, я не смогу тогда войти, такое, нам нужно одновременно войти. И давай я на всякий случай нам сделаю два железных меча, тупо на всякий случай. Ну, я думаю, что железо и
стрелы и огонь нам уже просто сегодня не помогут, потому что мы будем драться при помощи магии, магических превращений. С помощью магии монтажа. Нет, шутка. Ладно. Окей, погнали. Погнали. Только нам нужно зайти просто одновременно, понимаешь? Одновременно, да. Хорошо, без Б, вообще без проблем. Так, осторожно. Стой, подожди, я сюда на первое место, сюда на второе. Так, еду на третье. Я готов, чувак. Я готов, Раз, два, три. Погнали, заходим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот они, вот они. Ух ты, какая жесть. А что происходит? Помогай. Это злые маги. Я вижу, что они злые маги. Подожди. У них очень много разных заклинаний есть, и это просто жесть. А что за защитное поле? Чё, мы можем куда-нибудь идти? Нет, ну попробуй идти, попробуй. Чё это такое вообще происходит? В один момент ты просто не сможешь идти. Да, это гендальфы, чувак. Подожди, а я могу сундук? Я не могу сундук даже открыть. Да, но мы сможем после того, как убьем их. Давай я мечом немножечко помогу им. Так, подожди. У меня есть майн, я могу выкопать блоки, смотри. Слушай, и мы не можем с тобой уйти, ты видел там защитный купол? Да-да-да, а ну да, вот, офигеть. Слушай, они очень сильные, и я сейчас скоро умру, у меня есть золотое яблочко. А, я его съел уже. Нет-нет-нет-нет. Ах ты, ё-моё. А, помоги. Ну чё, пацаны, идите сюда, по одному. Я сейчас умру. А ничего, кто хочет отведать меча здесь? Кто здесь хочет отведать стали? Ну-ка, давайте по одному. Так, я спрятался здесь немножечко за этот, я немножечко отхилюсь. Потому что это просто. Они же... хиляются, чувак, они хиляются. У меня полсердечка, точнее полтора сердечка. Ты понимаешь, если они такие сильные, значит они подготовили что-то очень жесткое. Я убил первого мага. Осталось очень мало магов, и мы скоро сможем. Кстати, сундук уже разблокирован. Да, домотали, чувак, я кидаю в него. Ой, я в тебя. Мою пушечку. Да что ты, тихо. Так, я хоть и маг, но мечом мне никто не запрещал пользоваться, потому что маг очень жесткий. Все, праведность какая-то, знаешь, достижение. И в сундуке, вау, какое-то кольцо, какое-то заклинание еще. Ну смотри, здесь еще какое-то заклинание я нашел, и здесь еще кольцо какое-то. Ну дай мне, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, что это такое. Его приодеть, кстати, можно? Да. Попробовать. Ну-ка. Блин, погоди. Вот, я надеваю кольцо, вот я его надел. По-моему, ничего не поменялось. Ну ладно, да, какая-то... Так, ну тут еще всякая фигня. Короче, что мы с тобой делаем, дружище? Смотри, я сейчас хочу новое заклинание нам с тобой зафигачить, так сказать. Ставим сюда вот эту штуковину. Так, я еще заряжу немножечко. Заряжаемся, да. У нас, кстати, там еще был какой-то интересный кристалл. Кстати. О, подожди, я заменил какое-то свое другое заклинание. Ты готов? Вау! А что? Да, я готов. Подожди, смотри на меня. Что такое? Оп. Ой, там сзади тебя... Это призыв зомби, заклинание призыв зомби, смотри. На меня ты зачем их призываешь? А в жопу вы пошли, а не хотите вы нафиг пойти, а пацаны? Ладно, ребят, на этом, я думаю, можно закончить эту крутую серию. Надеемся, что она вам понравилась. Так что обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, поставьте колокольчик. И с вами были Scratch и Скрипер. Всем удачи, ребята! Всем пока! Пока-пока!